Должны готовились. Ты готовился? Ну так. Ну, готовился, я не могу. Начинаем. Тебе по очереди. Вы как будто договорились. Все дело в том, что каждому дано по силам, по надежде и по вере. Все просто, как ньютоновским вином. Сильнее стучитесь, вам откроют дверь. А если не откроют, значит, вам совсем в другую сторону. Вряд ли поверит вашим искренним словам. Я помню дождь, он пару дней подряд лил. Дороги превратились в океан, а он все лил и лил до одурения. Как будто наверху сломался кран, и небо позабыло, что есть время. Небесных тел растаял силуэт, померкли звезды, и луна померкла. Люблю я запах ливня с детских лет, люблю смотреть на воду, словно в зеркало. Так вот про дождь. Казалось, никогда мы больше не увидим ясный полдень. Но вдруг, вот чудо, кончилось вода, иссяк. Ну, в общем, что-то в этом роде. Вот так и в жизни. Темной полосой порой мелькают времени отрезки. Не рады бутерброду с колбасой мы. И совсем не видим повод резкий потенциал свой реализовать. Мы замкнуты в себе в какой-то мере.